Кто бы мог подумать, что любимое развлечение воинов племени Маори, аборигенов Новой Зеландии, через несколько сотен лет станет одной из самых зрелищных разновидностей уличного перформанса. Наследие грозных полинезийцев прослеживается и сегодня, ведь один из основных атрибутов современного огненного шоу – пои. На их языке означает «мяч на веревке». Конечно, современный театр огня эволюционировал в куда более зрелищное и экстремальное действо. Ну а реквизит фаерщика со временем пополнился новыми предметами, требующими как невероятной координации и ловкости, так и полного отсутствия страха перед огненной стихией. В рамках проекта «Попробуй на себе» съемочная группа 8-го побывала на уроке у руководителя одного из приморских театров огня, Владислава Брезицкого, чтобы научиться паре трюков из этого древнего искусства. Огненное шоу – это всегда завораживающе, это что-то страшное и... Мне всегда хотелось попробовать, хотя бы даже на тренировке. Я уж тем более не ожидал, что мне дадут реально поджечь и испытать, что это такое. Мы сегодня будем тренироваться с реквизитом пои и став. Вот, я вам рекомендую сегодня позаниматься и тем, но вот начнем со става. Хорошо. Что, мне классно? Да, начинаем. Началось все с разминки. То есть разминка оказалась вообще не такой, как я думал. Я думал, будут какие-то движения, акробатика, кувырки, ничего подобного. Это было что-то похожее на танцы, какую-то гимнастику или йогу, я не знаю. А потом резко мы перешли к элементам с реквизитом, так называемый став, в переводе посох. То есть это палка о двух концах, так ее можно назвать. С обеих сторон она вообще горит. Ну, тренировочный став выглядит просто как палка с двумя противовесами. Да-да-да, правильно. Поднимаем руку, поднимаем. Хорошо, еще раз. Примерно секунд за 15 я понял главный принцип, как вращать этим ставом. И мы начали разучивать связки движений. Мне понравилось, было прикольно. И я сам удивился, что у меня начало быстро получаться. Где-то минут за 10 у меня уже набирал нехилую скорость. И главное не бояться, потому что... Посох тяжелый, но если правильно задать ему инерцию, то он сам крутится в руках. Но при этом я был весь мокрый, мне было просто нереально жарко. С меня просто лилось ручьем, как будто я пробежал кругов 10 на стадионе. Фитиль рисует плоскость. Основные связки уже я выучил, сейчас будет что-то посложнее. Попробуем. Так, что-то я пропустил. Вращать поями было страшно, потому что... Ты не так хорошо контролируешь, это удаленные от тебя на веревочках такие шарики. Там нужно намного сильнее координировать движение и следить, чтобы вот эти две веревки не пересекались, иначе они запутаются и можно, в общем, получить по голове. Тренировка закончилась довольно-таки быстро, я даже не заметил как. И Владислав говорит, а поехали на набережную Цесаревича? Приехали на набережную Цесаревича, чтобы попробовать... сделать те элементы, которые вы сегодня изучили на тренировке, попробовать сделать их с огнем. Владислав сразу кинул в меня этим стафом и говорит, давай крути. Я даже сейчас в футболке, зимой, февраль, а мне не холодно. Наверное, это адреналин или какое-то чувство первобытного страха, может быть, перед огнем, но интересное ощущение. Вроде бы перед тобой вот это пламя с двух сторон. Кажется, что да, опасно, может обжечь, но при этом так прикольно и хочется, не знаю, как-то переступить границы какие-то, может быть. Интересное ощущение. Все, я покрутил этот став, худо-бедно как-то вообще смог. Причем я путался, забывал все, естественно, ну, потому что за одну тренировку все равно все выветривается сразу из головы. И потом он мне дает эти пои. Поджигаем. Держу, держу. Ой, страшно. Страшно мне! Спину ровно. Спину ровно. Я смогу. И тут я офигел, потому что я не спросил за все это время, как их остановить, когда я их раскрутил. Отлично. А как остановить? Серега, я не могу. А как они останавливаются? Да, конечно, да? Во! Как я это сделал? Ну и все, потом я все это покрутил, и мы попросили нашего наставника, чтобы он показал нам класс.
Ну, вообще, любому рекомендую хотя бы разок сходить на тренировки вот такие. Укротить огонь, как-то поломать себе какой-то первобытный страх.